Спасатели рекомендуют погружаться только в специально оборудованных местах. Дети должны быть под присмотром взрослых. Важно соблюдать очередность и не создавать давку. Во избежание переохлаждения находиться в купели можно не более 1 минуты. Перед обрядом категорически запрещается употреблять алкоголь. Нефтеюганский крещенский городок почти готов. Уже вырезан крест для забора святой воды и места для погружений. Установлены купели. Сегодня поставят палатки и проведут освещение. В воскресенье сильных морозов синоптики не обещают. По прогнозам минус 19 и северо-западный ветер до 7 метров в секунду.